Доброе утречко. Вот мы и дома. Опять вид на мой любимый двор. Не, на самом деле я люблю свою квартиру, я люблю свой дом. Стою вон на балконе, наблюдаю за птицей. Она так долго-долго парила над двором. До сих пор вон там над деревьями сейчас парит. Не видно. Вот летит прям по центру. Вот теперь я стала сомневаться в названии этой птицы. Ястреб это или сивуч? Надо вообще на самом деле в интернете почитать информацию, как называются правильно они. Вот она близко-близко летит. О, прям вот она, вот она. Ну что, мы с Альбертом выспались? Можно начинать жить домашней жизнью, возвращаться к быту. Погода хорошая, сейчас пойдем с ним на Валберес сначала, потом за продуктами. Дома шаром покати. У нас тут Артем ведет настоящую жизнь холостяка. Хотите посмотреть, что у нас в холодильнике? Упс! Это сгущенка чуть-чуть. Масла нет, сыра. Маленький-маленький кусочек. Котелок с кашей. Ой! Будь здоров, Альберт. Котелок с кашей и пару консерваций. Все. Яйца, слава богу, есть. У кошек 2 пакетика осталось. Все. Так что надо идти в магазин, затаривать холодильник и что-то готовить, кушать. А ну поехать. Чуть-чуть затарились. Вызвали такси. Сколько? Сколько такси? Мало того, что 10 минут ждать, еще и 230 рублей. Да. Чтобы проехать буквально 700-500 метров. Чижик. Не знаю, я затариваюсь в таком магазине. Картину по номерам забрала с Валбереса. То, что я заказывала джинсы и шорты Альберту большие, мне малы. Малы. Это говорит только о том, что надо худеть. Короче, отъелась Настя. Ну все, у нас есть, продуктов на неделю есть. У Альберта дежавю, он как будто бы снова поднялся в ту самую гору. Стежа такая опять. Так, Альберт взвешивается. Ой, что-то 62,7. В смысле? Еще больше стал? Ну в одежде я. Так, и поели только что. 62,7 плюс 2 пакета продуктов у него. 79,5. Так, 62,7 минус. Сколько? 17. Сколько? 17? 17 килограмм вот здесь? Что-то я не то, по-моему, посчитала. Ну-ка еще раз давай. Сколько 79,5 было? Да. Минус 62,7. Да аккуратнее. 62,7 с пакетами. 16,8. Ну-ка еще раз с пакетами. И плюс еще мой пакет. Я нес его вот этот пакет. Вот этот пакет. Так а ты зачем второй-то берешь? Нет, неправильно ты считаешь, сына. Вот этот меньше весит. Сейчас... Так ты зачем тот-то второй-то взял? Тебе надо было сейчас взвешаться вот этот и вычесть, получается, ну, вес вот этого. 68,2. 2,7, это что, 5,5 килограмм. А эти два? О, 16,8, получается 8,400. 16,8 плюс 5,5. 16,8 плюс 5,5. Или считай. Ой, 22. Килограмма. 23 килограмма продуктов. Стеша! Ты там понимаешь? Там корм кошачий весит сколько только. Стеш, ты понимаешь? 23 килограмма продуктов мы купили. Сумасшедшие люди. Пошли смотреть. Вынесли. Пошли, Стеша. Магазин вынесли. Магазин вынесли. Распаковка продуктов. Мне такое ощущение, что мы купили что-то лишнее. Эй, вы кто? Как вы оказались в нашем продуктовом пакете? Курочка, индеечка, говядинка. Ты кто? Живая. Так вот откуда взялась фраза «купить кота в мешке».
Вот она, откуда эта фраза взялась. Кот в пакете. Кому купили шкатулку-то? Рысюша, похоже. Она оценила. А Стеша-то? Она убежала? Я прослушал, она сидела, как сидела, так и сидела. Проиграл. А Рысюша пришла за тобой следом, да? Угу. Да что ж такое-то? Я не могу налюбоваться на своих девчонок сегодня. Ты где? Спряталась. Невеста! А, невеста! Спряталась, меня нету. Мать мучает с утра. Как зашла в двери. Мадам Лёх. Ну все, убираем. Давай, до следующего года. В этом году уже точно не поедем. Стирка у нас тут полным ходом. Стирка. Что, ты хочешь лесенку? Да. В этом году мы все. Начинаем активно работать, учиться. Я сказала. Но я-то работать... Я работать точно начинаю. Все, я прям поднабрала сил, эмоций, впечатлений на год вперед, поэтому... Хватит с меня поездок на этот год. Ты уже так приезжал? Ну, хоть так, да. Достаточно. Все, закрываем сезон. Ура, мы дома! Да. Я ведь хотела показать еще вот эту покупочку. Не стала показывать, раз мне ее запечатали хорошенько, чтобы не сломать в пути. Так, распечатываем. Это на память мне. Я из любого города, в котором город, поселок, ну, в общем, край, который мне очень понравился, я привожу обязательно вот такое вещь. Это фарфор. Фарфор расписан золотой краской. И позади написано «Дамбай». Вот такая малышечка. Это в мою коллекцию. Ставим ее куда-нибудь вот сюда, чтобы Стеша ее не смогла скинуть и разбить. Можно даже поближе к фотографии поменять местами. Вот так. Миленькая, маленькая. Слушай. Слушай меня внимательно. Угу. Ты глазами смотришь, а ушами не слушаешь. Надо слушать. Слушай. Ну, пообещай мне, что ты внимательно будешь слушать. Ладно? Да. Точно? Да, слушаю. А, ты даже рядом сядешь. Смотрите, у меня тут... Ну это вообще, Рыся, у тебя попа упадет. Ладно, не буду трогать. Лежит, значит, удобно. Это скрутилась тут, спряталась. Они сегодня устали от нас. Мы навели с Альбертом порядок в квартире, залезли в каждую щель, прибрались, довольные, счастливые оба. В магазин сходили, все дела сделали. У меня опять полный балкон перестиранного белья. Но время без 10:06. На улице очень жарко, но я хочу пойти прокатиться на велосипеде. Я не каталась на велосипеде, наверное, месяц. Да, месяц точно. Пойду прокачусь 15 км и буду счастлива. Мы сегодня с Альбертом измеряли наши объемы. У меня здесь осталось как было, в талии осталось как было, а вот здесь добавилось 2 сантиметра. Так что поехала я. Все, начинаем работать. Хорош, вкусно кушать. Это, конечно, хорошо, когда ты долго отдыхаешь и много и вкусно кушаешь. Но когда это на фигуре отражается,
Ты уходишь обратно в ту самую депрессию, из которой ты выходил перед тем, как ехать в отпуск. Нет, благодаря отпуску. Так что погнала я. Тихо. Аккуратно. Вот это да. Я доехала в одну сторону, туда уже еду обратно. Это получается 10 километров, полчаса я еду. Да, 2 сантиметра лишние, 2 килограмма лишние дают о себе знать. Я это почувствовала еще, когда мы на Домбай поднимались в гору. Фу. Да, ощущения, конечно, такие двоякие. Вчера утром были еще в поселке Домбай, Карачаево, Черкесия. Сегодня дома, Свердловская область. Урал! Здравствуй, Урал! На Урале плюс 30. Так же, как на Домбае. Легкое головокружение, потому что там с горочки в горочку, с горочки в горочку. Еду обратно. Слушаю музыку, кайфую и еду обратно. Чуть-чуть вам дороги и видов. Минутки на две музычку наложу. Посмотрите, помедитируйте. А вообще на самом деле это вот то, что меня мотивирует. Лето, велосипедные покатушки, путешествия. Дома чтение книг, кофе, дети, кошки. Завтрашнего дня начинаю работать усиленно. Работы, документации очень много. С пятницы начинаю тренировки. Все, вливаюсь в процесс. Ой, гвоздик, чуть не наехала. Вливаюсь в процесс, полная сил, энтузиазма, замотивированная и счастливая тем, как у меня прошло лето. Хотя лето еще не закончилось. Короче говоря, мы с Альбертом решили худеть. Да. Мы решили худеть, но мы хотим есть. Нет, 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 дай мне. Я хочу тут лайфхак попробовать. Ой, они все еще теплые. Убери вот это пока. Так, это наш, скажем так, поздний ужин. Я хочу попробовать лайфхак. Держи. Как я это буду делать? А что снимать? Берется банка, кладется в нее яйцо. Может, два сразу? Что делать будешь? Закрывается крышкой. Я сделала. Ну, это очень нормально. Короче говоря, я испортила яйца. Да. Лайфхак не работает. Ну, в баню эти лайфхаки. Надо было одно положить. Так и одно бы так же расплющило. Не-не, только об друга стукались. Ну, вот это-то вроде ничего. Его можно... Ну, это мое. Ладно, на, все, начищай.
в мою дурную голову, и что только не забредет. Поэтому я теперь ем яйца со скорлупой. Ничего, кости будут крепче. Кальций. Она же вся сморщилась. Ребенок опять волокется у меня с продуктами. Попросила окрошку. Это мы типа 2 пакета купили. 2 пакета у нас типа на окрошку все. Да. Я сегодня целый день работала, поэтому ничего абсолютно не снимала. Посмотрим, еще будет время, если. Обещала, кстати, снять ответочку. Ладно. Вышли на прогулку, на вечернюю. Вечерний променад, так скажем, да? Пока шла по центру, ничего не снимала. Не знаю, я стесняюсь в своем городе ходить и снимать. Мне кажется, меня знает каждый второй здесь. Поэтому как-то идти с камерой. Поэтому стараешься снимать там, где никого нет. И вообще я надеюсь, что меня никто не смотрит из моего города. Верю и надеюсь. Хорошо так на улице, тепло. Совсем как на юге. Воздух такой теплый-теплый. Подольше бы продержалась бы такая погода, да? До декабря. До декабря. Нового года. Вот они мы. Казалось бы, улица такая безлюдная, а все равно нет, нет, люди идут и навстречу. Позади никто вроде не идет, навстречу только вот периодически встречаются. Вот так вот. Идем опять, болтаем, рассуждаем о том, о сём, о жизни. О сём, о том. Альберт сегодня интересную тему, кстати, мне предложил. Не то чтобы предложил, он мне сказал: мам, у нас ведь даже... Самое интересное, что ни у меня, ни у Артема, ни у Альберта нет таких вот прямо друзей, с которыми можно созвониться и списаться и все, и пойти тусить. Вот нету гулять таких. Даже. Да, пойти погулять там, посидеть где-то. Вот идем, рассуждаем с ним на эту тему и думаем, хорошо это или плохо. Ну. Для меня хорошо. Альберт склоняется к тому, что хорошо, что вроде бы как. А почему хорошо? Мне одному нравится быть. Интроверт. Да. Я один. И мне хорошо. Это, кстати, я буквально вот когда пару влогов назад прочитала на тему, что в гостинице-то мне хозяйка сказала, что ребенка надо приучать к обществу. И тут он говорит: я хочу быть один, мне хорошо быть одному. Да. Я лучше один побуду. Ну вот, как-то так. Нет, на самом деле, когда очень много знакомых, широкий круг общения, очень широкий круг общения, это про то, что я говорила тогда еще, да, репетитор там в тренажерном зале. Даже в школе. В школе, еще где-то. Когда настолько широкий круг общения, близкие друзья, в принципе, и не очень-то и нужны. Особенно такие, которые предают. Это мой горький опыт. Мы идем по такому темному туннелю из листвы, из деревьев и выходим в свет. Школьное образование после 9 класса это среднее образование? Да. А после колледжа? Среднеспециально. А института высшее? Высшее. А еще выше нельзя? Выше, есть выше. Магистратура. А ты профессора. Ты где надо учиться? Все, короче, собрала в кучу. Подскажите, где надо учиться еще дальше, чем на высшее образование? Что там идет дальше? Какая ступень? Что-то я не могу вспомнить. Помню, но не помню. На языке крутится, вертится, но я вспомнить не могу. Высшего. Смысл от высшего? Да.
Ну, мне кажется, вообще, в принципе, на высшее учатся люди, которые любят учиться очень сильно. Но они, как правило, все профессора. Ну, это как надо любить учиться. Они все профессора, как правило. Нет среди людей, у которых там выше высшего обычных. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Хотя, если ты профессором станешь, все равно IQ не прибавится. Так, все, мы вышли на очень людную улицу. Там что, люди стоят? Лежит, что ли, кто-то на земле? Пьяный. Стоят люди. Хоть бы скорую вызывали или что? Ладно, все, отключаемся, хорош. Блин, темно. Фонарей нету. Да, я решила включиться снова. Альберт мне тут задал вопрос. Сейчас на обратку включу. Чтобы хоть какой-то свет впереди был, как говорится. Как ты спросил? Что лучше, прожить всю жизнь одному, но счастливым, или там с кем-то, но там с самого-самого, там с 18-16 лет? То есть не в несчастье, что ли, имеешь в виду? Да. Нет, как бы понимаешь, можно ведь прожить с человеком как одно целое, да? И это и будет счастье, что ты живешь с ним и чувствуешь себя вот как две половинки яблока, да? Можно найти своего человека. Не обязательно там жить с 16 лет и считать себя несчастливым. А есть люди, которые живут всю жизнь одни и несчастны из-за того, что они одни. Очень даже несчастны. Ну, это не складывается, не получается там ни с кем. Ну ладно, главное, чтобы даже с работы нормально все было. Заработок на все хорошо было. Хоть какое-то счастье будет. Ну. Чтобы быть счастливым, надо вообще быть чем-то увлеченным. Да. Чтобы работа была твоим увлечением, а не работой. Или хобби. Чтобы, да, чтобы хобби было. Жить вообще было интересно, вот так скажем. Чтобы понять смысл жизни. Чем-то увлекаться, чем-то заниматься, тем, что тебе приносит удовольствие. А есть с тобой рядом человек или нет, все зависит от того, насколько тебе человек по душе. Ну, как я и сказала ранее, если вы как две половинки одного яблока, так вы будете жить до самой старости, до самой смерти счастливо. А если нет, одна половинка яблока сочная, а другая гнилая, то, конечно, та половинка яблока сочная, которая, она будет постоянно страдать и тоже гнить, как вторая ее половинка. Какая-то Елизавета, какая-то принцесса Англии 70 лет прожила с мужем. О-о-о, это да, это вообще надо быть целым яблоком. Ну, она и жила сколько, 90 лет, по-моему. Ну, в принципе, да. Даже 20 лет жить до конца жизни. Это хорошо. Вот такие у нас какие-то сегодня темы интересные. Жизненные. Да. Жизненно важные. О любви, о людях, о дружбе. И самолет где-то там летит. Вечером в небе. Вечером.